Азербайджанские фильмы были широко представлены на первом международном кинофестивале тюркского мира «Коркут-Ата», проведенном в Стамбуле с 8 по 12 ноября. Фестивале, организованном Министерством культуры и туризма Турции, наряду с нашей страной приняли участие свыше 100 кинематографистов из Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, в целом более 1000 гостей. На церемонии награждения, проведенной в рамках фестиваля, президенту бакинского медиа-центра Арзу Алиевой была вручена награда «Шараф» за вклад в развитие тюркской культуры и искусства. Награду вручил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Выступивший на церемонии министр культуры Азербайджана Анар Керимов выразил признательность турецкому государству за проведение фестиваля. Было отмечено, что этот фестиваль даст возможность для популяризации наших общих традиций, обычаев, культуры и многих других ценностей не только в тюркских государствах, но и во всем мире. Анар Керимов сообщил, что фестиваль, который будет организован в 2023 году, пройдет в культурной столице Азербайджана Шуше.